Earth Spirit, Каолин. Однажды на одну маленькую деревушку, находящуюся среди скал, напала армия тьмы. Жители этой деревни были настолько беззащитны и слабы, что стали просить пощады, но их не послушали. Тогда самые стойкие и сильные решили уйти глубоко в горы, оставив в деревне детей и стариков. Тьма стала пожирать жителей один за одним, в деревне воцарил хаос и беспорядок. Каждый уголок в этой деревне ощутил присутствие этой тьмы. Все это увидели боги и не смогли остаться равнодушными. Тогда они сделали своего воина, могущественного воина, способного дать отпор тьме. Этого воина назвали Каолин. Каолин подчинял себе камень и сталь, а они подчиняют всех для него. Да нафиг ты меня кидаешь? Боже, как же я запилил. Ну, дайте ультру. Всем привет, друзья. Сегодня у нас очень интересный персонаж на гайде, а именно Каолин, Earth Spirit. Очень интересный персонаж на самом деле. Если уметь хорошо на нем микрить, этот персонаж может делать очень много классных вещей. Реально. У него очень интересные способности, о которых мы сегодня будем разговаривать. Честно говоря, на этом персонаже я почти не играю. Я за 14 лет игры в Доту играл на нем раз 7. Мне почему-то не зашел этот персонаж с того момента, как он вышел. Хотя этот персонаж очень интересный и очень сильный. И я постараюсь сейчас и, в принципе, в ходе этого гайда постараюсь донести вам максимальную суть, которая есть у меня в голове по данному персонажу. Готовы? Тогда поехали. Итак, друзья, начинаем мы наш гайд. В общем, смотрите, начнем мы этот гайд нестандартно, так как герой у нас, в принципе, нестандартный, соответственно, нестандартное начало. Переходим к обзору способностей. Сразу, когда мы берем героя нашего, у нас есть уже какой-то прокачанный скилл. Вот этот. Stone Remnant он называется, это у нас камни, которые будут улучшать нашего героя. Как улучшать, я вам сейчас объясню. Смотрите, таргетно, хоткей Е, у нас тут хоткей Е на данную способность, таргетно мы можем указать какое-то место, куда у нас поставится вот такой вот камешек, который неуязвим, который никак не могут потрогать наши enemy, они ничего не могут с ними сделать, с этими камнями. И этот камень создается максимально на дистанции 1100, то есть мы можем вот примерно вот до сюда, вот здесь вот создать вот такой вот камень, и он будет стоять там 2 минуты. Этот камень мы можем двигать с помощью способности, о чем мы будем позже говорить, но смысл этих камней в другой теме. Один камень у нас восстанавливается 30 секунд, стоит он 2 минуты, я уже сказал, и позволяет нам улучшить наши способности. Улучшить наш первый скилл, улучшить наш второй скилл, третий и ультимейт. С помощью третьего мы сможем его притянуть, с помощью первого мы сможем этот камень оттолкнуть, но с помощью второго спелла мы сможем улучшить наш второй спелл и, соответственно, быстрее накатиться. Очень все довольно-таки просто, но сейчас будем разбирать досконально. Просто я хотел донести, что камни у нас это тот спелл, который будет нам очень сильно помогать. И камни нужно экономить, потому что также они улучшают наш ульт. А как улучшают ульт, я расскажу чуть-чуть позже. Что ж, друзья, поехали на первый спелл. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже, очень интересная способность, которая у нас позволяет, так сказать, оттолкнуть нашего enemy, оттолкнуть наш камень. Ну и, соответственно, тут разные работы у этого спелла, и он очень такой специфичный. Тут очень много нюансов, на самом деле, которые не написаны здесь, конкретно вот в игре, они не написаны. Постараюсь вам изложить все по полочкам. Смотрите, в общем, у этого спелла способность, ну, вообще специфика такая, данная способность очень специфична. То есть, когда вы находитесь близко к какому-либо персонажу, вы можете его толкнуть. Но для того, чтобы толкнуть, вы должны указать четко на данного персонажа. То есть, можно указать на крипа, можно на союзника, можно вообще, ну, на кого хотим, в принципе, из живых существ, можно на лесного крипа какой-то. И, соответственно, для того, чтобы оттолкнуть какого-то оппонента, нам необходимо нажать кнопку и нажать на самого оппонента. Тогда происходит действие. Панда куда смотрит лицом, он туда и толкает данного персонажа. Очень-очень простенькая тема. Есть специфика такая, смотрите, обратите внимание, когда я толкаю юнита, этот юнит не станет,
нашего еще одного юнита, которого зацепил он во время того, когда он вот так вот прокатывался. При этом, смотрите, разберем по уровням прокачки. Смотрите, на первом уровне наносится 50 урона и 0.75 секунда стана. На втором левеле 100 урона, 1.25 секунд стан. На третьем 150 урона, 1.75 стан. И на четвертом 200 урона, 2.25 секунд стана. Колдаун 22, 18, 14, 10. Монокост 100. Монокост у нас всегда является 100 единиц маны. И, соответственно, это прикольно. Смотрите, почему тут написан стан? Чё к чему? Смотрите, данная способность, опять-таки, я говорил же, она имеет свою специфику. Если мы нажимаем на юнита на какого-то, то, соответственно, стан не будет накладываться. Но если этот предмет, так сказать, этот предмет, вот этот предмет, если мы его толкнем в кого-либо, а именно толкнем мы как? Мы нажмем вот сюда, и толкается у нас камень. Все юниты, которые находятся на пути этого камня в радиусе 200 единиц, они получат урон и застанется. Застанется они в зависимости от уровня прокачки. То есть, соответственно, если мы толкнем, то есть, кто не понял, ребят, если мы толкнем вот так вот какого-то оппонента, у нас стана не будет, просто дэмэдж всем в этом толкании нанесется. Если мы толкнем камень, то, соответственно, дэмэдж у нас получит и получит стан с этого камня. Очень все просто. Специфика такая. У нас с уровнями прокачки, помимо того, что улучшается, так сказать, дэмэдж и стан, у нас еще увеличивается дальность отталкивания юнитов. То есть она будет с уровнями прокачки возрастать. 500, 600, 700 и 800 единиц будет у нас становиться вот это отталкивание. Данная способность очень интересна на самом деле, потому что она еще помимо того, что, ну, просто отталкивает, она нанесет урон, и можно еще вот так вот срубить деревья. То есть даже союзникам можно это срубить. И, в принципе, такая тема. Блокируется легко линкой. И, в принципе, я думаю, это все. Главное, что нужно знать, это то, что если это целью будет, так сказать, камень, то этот камень оглушит и в радиусе 200, в принципе, нанесет. Ну и также, если мы толкнем какого-то оппонента, он у нас, этот оппонент, нанесет просто урон в радиусе 200 единиц, но не застанет. Еще одна, вот сейчас вот я неправильно сделал, но вы сейчас поймете, о чем я вообще, в принципе, попытаюсь рассказать. Когда у нас вот такая вот ситуация, допустим, у нас персонажи в упор нас атакуют, то если... Не обязательно нажимать на камень. Смотрите, если нас атакуют в упоре, мы должны примерно нажать в радиусе. То есть, соответственно, панда у нас ищет радиус, и он толкает ближайший камень. То есть, соответственно, в таких ситуациях, когда к нам кто-то близко стоит, нам не обязательно нажимать, там, микрить на камень. Мы должны просто куда-то кликнуть в ауешку, и панда приоритетом считает толкнуть именно камень, а не какого из оппонентов. И, соответственно, это позволит нам выиграть определенное количество времени для того, чтобы сделать какой-то мув и сделать какое-то действие. Это очень важный такой момент, который позволит вам более лучше почувствовать данного персонажа. То есть я, когда, допустим, вот, ну, пытался на данном персонаже сыграть, для меня это было проблема, пока я не начал все это тестить и, соответственно, понял вот такую тему, что панда приоритетом считает камень, если, допустим, вас кто-то атакует в упоре. Достаточно просто промикрить по земле, не искать этот камень вообще, то есть вот не пытаться вот как-то направиться, а просто по земле просто топните, и панда в ауешке ближайший камень оттолкнет. Это очень прикольная тема. Толкание этого камня, которым мы хотим застанить, зависит напрямую, соответственно, от нашего направления. То есть, если панда у нас стоит куда-то вот так, то камень полетит вниз. Если вот сюда, то полетит сюда. То есть, тут очень довольно-таки тяжело, на самом деле, будет пользоваться данной темой. Но, тут есть еще вот такая тема. То есть, мы можем поставить камень и, допустим, пульнуть его. Нам нужно, допустим, вот сюда, в этот кустик. То, допустим, мы вот так вот в этот кустик и направляем. То есть, очень довольно-таки, ну, вроде простенько, но все равно придется немного придрачиваться, ребят, грубо говоря. Что ж, в общем, надеюсь, ничего не упустил по первой способности. Ребят, очень тяжелая теория будет, но надеюсь, вам будет что-то более-менее понятно, потому что я на этом персонаже не ас, сразу говорю, и, соответственно, я вам расскажу теорию. Теория очень простенькая, на практике будет немного потяжелее. Поехали уже на второй спел.
Так, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это второй спелл. Второй спелл у нас имеет своеобразную специфику, а именно, смотрите, наш герой сворачивается в камень и вот так вот прокатывается на расстоянии 800 единиц. Очень небольшое расстояние, но что у нас тут есть, какие особенности? Данная способность, она прерывается только по окончанию вот этого проката, то есть пока он 800 единиц не проедет, данный персонаж, он не остановится. То есть мы не можем прервать это действие. То есть если мы уже покатились, мы 100% катимся в том направлении, куда у нас смотрит панда, куда мы направили эту способность, и все. Во время этой способности мы можем юзать наш третий, можем поставить камень перед собой, допустим, во время этой способности, и, соответственно, у нас улучшается вторая способность. Насколько сильно улучшается наша вторая способность при получении камня, вот я вам сейчас скажу, в два раза. На расстоянии 1600 наш персонаж становится, так сказать, начинает катиться, вернее, неправильно сказал, становится, начинает катиться наш герой на 1800 расстоянии. Moment Speed также у нас в два раза повышается. Стандартный Moment Speed, когда он катится, по-моему, 800, насколько я знаю, 800, да, 800, базовая дистанция 800, и со скоростью 800 единиц он катится. Вот, и то есть 1600 и 1600 становится очень простенько. Плюс, когда у нас есть камень, когда врезаемся в оппонента, он замедляется на 2 секунды на 80%, что позволяет нам сделать некоторый такой, можно сказать, ну, обходик, может как-то подгадать позиционку, чтобы, допустим, откинуть какого-либо оппонента куда. То есть, допустим, под тавер можно закинуть там, или разницы нету. Главное попасть накатом вторым с камнем. И что нам нужно еще знать? По КД и монокосту все очень просто. КД у нас на данной способности в зависимости от уровня прокачки улучшается 16, 12, 8 и 4 секунды. Монокост становится 50 маны. Дэмэдж 100, который мы наносим всегда с камнем и без камня. То есть, смотрите, о чем нужно знать вообще, в принципе, по данной способности. Она у нас, помимо того, что просто герой катится, мы можем нажимать кнопки, не можем сжать инвентарь. То есть, соответственно, если мы, допустим, вот так вот катимся, мы не сможем уйти с даггера, а только по окончании способности мы сможем нажать какую-либо способность. Мы можем нажимать, вот допустим, третий мы можем нажать, мы можем камешек поставить. Еще, смотрите, можем, допустим, когда катимся, нажать ультимейт, но это, мне кажется, немного будет неправильно, потому что перейдем уже к ультимейту, будем рассказывать о нем. И, в принципе, это все. Что нужно знать? Смотрите, с камнем. Вернее, давайте сначала без камня. Без камня герой катится на 800 со скоростью 800, врезается в юнита ближайшего, то есть, и все, и не замедляет его, и просто наносит 100 урона. Все просто, просто простое действие. Маленькая дистанция, маленькая скорость и нету замедления. С камнем же наш персонаж начинает катиться быстрее, дальше, и плюс еще накладывает замедление, и дэмэдж тот же 100 единиц. Самая болезненная тема у этого героя — это в радиусе 150, вообще вот радиус 150, так сказать, укатывания от оппонентов, он может руинить. То есть, соответственно, если вы пытаетесь укатиться, нужно, так сказать, enemy нужно подойти поближе, чтобы панда никуда не укатился, то есть и заблочить вот это, и панда все, он раскроется по достижении какого-либо героя или по окончании, так сказать, проката, он, к сожалению, этот герой у нас вылазит, и все, его можно убивать. Очень, в принципе, такая тема. Если герой находится в БКБ, мы также в него врежемся, и все, то есть, как бы, ну, также действие у нас прекратится. Но замедление также мы не наложим, замедление не нанесем урон. Вроде все по данной способности, ну, очень, в принципе, простая способность применения, просто взял и покатился, и все. Только единственное, нельзя юзать инвентарь, а можно юзать вот эти вот, допустим, какие-то кнопочки. Все, поехали на третий спелл. Следующая способность на нашем персонаже — это способность, которая позволяет у нас двигать наших героев, союзных героев, которых вот так вот мы можем подтянуть к себе. Можем подтянуть союзного крипа, разницы нету, обязательно нажимать таргетно, так как тут также специфика вот этой таргетности. Если мы хотим вытянуть какого-то юнита, то мы должны прям четко на него нажать. И дальность применения у нас 1100 единиц у данной способности. Как у создания камня, так и у третьего спелла у нас одинаковая дистанция. О чем это может сказать? Смотрите. Когда у нас мы притягиваем нашего персонажа, при притягивании этого персонажа у нас
данный персонаж в радиусе 180 единиц наложит Silence в зависимости от уровня прокачки, но дэмэдж не нанесет. Дэмэдж нанесет только в том случае, если там был камень, если мы притягиваем так камень. Давайте поговорим уже конкретно. Смотрите, в зависимости с уровнем прокачки у нас урон будет разный, и Silence также будет разный. На первом уровне 50 урона, 2,5 Silence, на втором уровне 100 урона, 3 секунды Silence, на третьем уровне 150 урона, 3,5 секунды Silence, и на четвертом уровне 200 урона и 4 секунды Silence, если это был камень. Если это был камень. Смотрите, специфика способности. Мы можем притянуть нашего союзника, этот союзник будет притягиваться, он собой сломает деревья. Скорость притягивания у нас разная. Скорость притягивания юнита у нас 600 единиц, и скорость притягивания камня у нас 1000 единиц. Давайте же притянем таки камень. Камень также притягивается у нас по АОЕшке, как вы помните, как в первом спеле, так и в третьем спеле у нас светодело притягивается по АОЕшке. И, соответственно, очень просто в применении можно этот камень, так сказать, притянуть. И если мы притягиваем камень, опять-таки повторяюсь, мы также нанесем урон нашим оппонентам. Соответственно, в чем фишка вообще данной способности? Ну, она, в принципе, очень проста. Маны 100 берет, КД 13, очень легко работает. На БКБшных юнитов, то есть кто находится в неуязвимости к магиям, на них сало и дэмэдж не подействует, просто так камень прокатаем и все. Но союзника можно так подсейвить. Союзника вытаскивать мы не можем с блэкхолов, с хроносфер, с дуэли и с лассо БТР. Мы не сможем вытащить наших, так сказать, юнитов союзных. Можно притянуть крипа. Enemy нельзя притянуть. Enemy нельзя притянуть. То есть сразу говорю, что enemy нельзя притянуть. И также специфики, как и в первом спеле, в АОЕшке, допустим, мы прокликиваем, и, соответственно, в АОЕшке у нас камень притягивается. Очень простая, ребят, способность, и, в принципе, все. Поехали к ультимейту. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это магнетизм. Это ультимейт на данном герое, и этот ультимейт работает в 300 АОЕ от нашего персонажа. И смотрите, что у нас будет происходить. По нажатию кнопки, у нас кнопка Т, на персонажа накладывается вот такое действие. И тут тоже камень тоже начал работать. И, соответственно, что у нас будет происходить во время того, как накладывается это действие. Смотрите, на 6 секунд наш персонаж в радиусе 300 заражает персонажа 1, 2, 3, неважно, кто в радиусе 300 единиц. На него наложится ДПС. ДПС в зависимости от уровня прокачки будет разный. 50, 75, 100 единиц. И колдаун у нас 80 секунд, и монокост 100. Очень простенькая тема. Смотрите, 300 АОЕ. Нажимаем. Магнетизм. Заражается у нас ЦМ-ка. Ставим камень. Камень ставится, и тоже тут заражается у нас еще ЦМ-ка. Еще раз камень ставим. Даем Silence на эту ЦМ-ку. И, видите, на эту ЦМ-ку тоже наложился Silence. И как это работает? Я вам сейчас объясню. Смотрите. Во время того, как магнетизм действует на одного персонажа, если в радиусе 400 единиц у нас будет стоять камешек, этот камешек в радиусе 400 единиц обновит действие ультимейта и распространит его в АОЕ 600. То есть ультимейт у нас может стать таким бесконечным. Смотрите, он идет длительно 6 секунд. Перебафали. Этот камень живет 8 секунд, который вот такой черный. Его можно притянуть. Silence на всех, видите, накладывается. Также наложится у нас замедление, если мы накатимся с помощью этого камня на ЦМ-ку, видите. И между ними идет, между этими героями, которые находятся под магнетизмом, которые у нас заражены, между ними будет распространяться вот это замедление со второго, и с третьего спелла также будет распространяться Silence, если мы на кого-то из них, так сказать, применим это действие. Очень прикольная тема, не стоит забывать, что нам нужно попадать тут в тайминги. Блин, вот я вот объясняю, я понимаю, как это работает, а вот вам тяжело будет это объяснить. Смотрите, еще раз объясняю. В 300 АОЕ панда ультует, заразила вот эту, ставит в 400 АОЕ от ЦМ-ки, ставит камень. Этот камень обновляет действие данного ультимейта. И в 600 АОЕ этот камень уже заражает другого оппонента. И мы можем любой из этих камней, пока он не умер, этот камень, он живет 6 секунд. Допустим, притянуть этот камень, Silence накинуть на этого героя, и весь Silence распространится по всем героям, которые находятся в магнетизме. Также это работает с замедлением со второго спелла.
Это очень классная тема. Ультимейт можно так держать очень долго. То есть ульт у нас идет 6 секунд, перебафывая каждый камень. Главное, камень у нас очень близко ставить герою, который у нас находится под магнетизмом. То есть в радиусе 4 сотен единиц. Если мы накинем еще камень, ульт обновится. И этот камень, от этого камня еще в 600 АОЕ разойдется этот ульт. Это очень классно, потому что заражает всех в драках. И реально, если это понимать, это очень круто. А связь, которая между магнетизмом у нас появляется, которая позволяет накинуть на всех сайленс, это отдельная тема. Это реально крутая тема. Ну, на тех, кто у нас находится в БКБ, к сожалению, это работать не будет. Но вот, как бы, вот такая фишка. Давайте еще раз посмотрим. Смотрите, ставим магнетизм, обновляем здесь, допустим, даем сайленс сюда, смотрите, тут сайленс, и тут у нас, опа, дали замедление. И тут также замедление у нас тоже работает. Очень прикольная тема, не так ли, ребят? Главное, еще выдерживать тайминг. Смотрите, то есть, допустим, мы заразили ее, тут, допустим, опа, видите, не достает 400 расстояния. Опа, она подошла к 400 расстояния, заразила вот эту ЦМ-ку, то есть этот камень уже заражает на 400, ой, на 400, на 600 единиц. И можем вот так вот камни перебафывать. Видите, они взрываются, эти камни. Эти камни живут 8 секунд, и они разрушаются. И с этими камнями можно что-то еще поделать. Очень простенькая тема, ребят. Очень простенький ультимейт в понимании. И это реально круто. Ребят, ну, в принципе, касаемо ДПСов, тут все просто, ульт обновляется с помощью камней, это реально бомбовская тема, не стоит забывать, что камни, которые становятся черными из-за ультимейта, они у нас живут 8 секунд, и после 8 секунд они просто уничтожаются, и, к сожалению, только КДшка вот эта нам может только в этом помочь, чтобы камешки, так сказать, восполнились, и мы смогли дальше действовать. Все очень просто. Также, ребят, тут есть у нас аганим на данном герое. И о аганиме мы сейчас будем уже разговаривать, так как по ультимейту уже вроде поговорили. Что ж, поехали далее. Итак, друзья, переходим к аганиму. Аганим у нас на персонаже очень простенький. На самом деле, расстояние 600 единиц мы можем, как и enemy, так сказать, сделать камнем, так и союзника сделать камнем. КД у нас данной способности 45 секунд, монокост 150 маны. Длительность этого камня, которое мы создаем на ходке X, у нас идет 3 секунды. За 3 секунды мы можем сделать с enemy каким-нибудь героем, что хотим на самом деле. Смотрите, плюс идет дэмэдж. Мы вот так вот закидываем его в камень, он неуязвим. И персонаж у нас выходит уже немного продамаженным на 300 единиц урона. Смотрите, в чем особенность этой способности. Мы можем сделать так. Раз, и кинули. И оно на расстоянии 2000 вот этот камень летит. То есть, чтобы вы понимали, это пушка. Просто смотрите. И также можем на расстояние 1100 вытянуть этот камень обратно. То есть, мы, получается, мы enemy героя можем закидывать, заталкивать, откидывать. И также можем союзного героя делать. Это очень прикольная тема, ну и в принципе, эта тема легко блокируется линкой, так как это направленная способность. По-моему, на 83-й карте этот ультимейт намного сильнее работает. Плюс, смотрите, есть еще какое взаимодействие. Делаем вот так вот, и мы с помощью этого камня ускоряемся. Но я вот сейчас вот хочу потестить, смотрите. Смотрите, допустим, вот так вот, F и R за собой, нет, за собой, то есть получается герой у меня становится спиной, и спиной он не может по механике игры развернуть, а мы по идее можем толкнуть его так, смотрите, оп, нет, или не можем толкнуть, не могу, видимо, все же не можем, я вот просто тестю сейчас, потому что с аганимом я еще не баловался, но это, видимо, прикольная тема, вот, да, мы можем толкнуть во время того, как именно союзника мы можем толкнуть, да и enemy тоже мы сможем, по идее, толкнуть. Давайте посмотрим, сейчас сможем ли мы толкнуть так enemy. Так, что ж, заспавнили мы цемочку. И теперь смотрите, что у нас будет сейчас. Смотрите, закинули ее в камень, катимся, отталкиваем. Но не достали немного до камня. То есть, ну, не ускорили себе второй спелл. И сейчас попробуем еще раз. Это очень прикольная тема, смотрите. То есть я ускорил, эх, а сейчас не успел немного. Сейчас попробуем немного по-другому сделать. То есть это уже такие наркоманские тесты. Но я думаю, вам это будет все равно видеть интересно. То есть мы ускоряемся, опа, отталкиваем. Да, и в это же время отталкиваем. То есть мы, превращая в глыбу какого-либо enemy, вот в эту глыбу камня, и мы можем ее, так сказать, что хотим, то и делаем. Можем союзника так сделать в камень и оттолкнуть, вытолкнуть, засейвить. То есть, прикольно, это очень прикольная тема, прикольная способность, но
Не знаю, аганим, тут проблема с аганимом, если мы его собираем, мы его выкинуть уже не можем, к сожалению, потому что у нас появляется активная способность, которая не может по механике игры убраться. Поэтому, ребят, помните о том, что аганим, если собрали уже, все, вы уже никуда не денетесь. И наносит эта вся тема магический урон, как и, в принципе, все другие способности, весь у нас damage magic. И я думаю, теория на данном персонаже подходит к концу. Что ж, остается у нас практика на данном герое. Ребят, на практике этот герой намного сложнее, чем на теории, конкретно для меня. То есть для меня будет сложно сделать какую-либо комбинацию вот из вот этих даже тех самых камней, вот как вот его откидываешь, притягиваешь и на нем же накатываться. То есть это для меня очень таки проблематично и серьезно. То есть как бы вот попробуем уже на практике, так сказать, и учиться, и играть, и работать по этой теме. В лобби все намного тяжелее делать, потому что герой не слушается. То есть, когда мы нажимаем S и T, он, видите, он даже вот он не хочет это делать. Соответственно, и кнопки потяжелее нажимаются. На практике попробуем все замутить. Ребят, гайд будет очень интересный. Я постараюсь сделать практику намного интересней на этом герое. И, в принципе, все. Начинаем практику, ребят. Спасибо всем, кто меня поддержит. Не забывайте поставить лайк, если вам нравится. Если вы ждете какого-то определенного героя, то обязательно подписывайтесь на канал. Смотрите Хиназиса и учитесь чему-то новому, ребят. Всем приятного просмотра. Поехали. Так, ну что, друзья, начинаем катку. Берем Orb of Venom, берем S и C. Вот такой, с такими айтемами, вот фит контора уже видно сразу. С такими айтемами попробуем что-то сделать для команды. Так, и что у нас тут есть? SF берут, да? SF, бара, CM-очка. Боже, что-то подлагивает. CM-очка и Bounty Hunter. Bounty Hunter, в принципе, можно будет эту тему все перекрывать. Поехали. Возьмем второй, чтобы попробуем сейчас что-то на руне сделать. На руне попробуем подраться. Топорик. Not bad. И сларк. Я уже предвкушаю, как мы будем эту катку сливать. Хочется красивую игру на Калине записать. Прям красивую-красивую. Прошлая игра была, я играл втроем против пятерых. Там вообще такой трэш был. Куда ты идешь на снайпере? Orb of Venom, брат, понимаю. Понимаю. Найс, признание. Где Сларк? Так вот, играли мы втроем против пятерых, и, естественно, луз. Там вообще такой трэш был в той катке. Найкс и Тини. Очень, да, кстати, почувствовал я против Найкса. Каолин вообще очень тяжело идет. Прям вообще невозможно что-либо сделать. Он просто жмет рейдж, вгрызается, и Каолин просто как кусок какахи умирает. Ну, как и, в принципе, все силачи в доте, Каолин очень, как бы, ну, уязвим от Найкса, так сказать. Найкс очень много вносит. Реально очень много вносит. Мы сейчас чуть-чуть пофармим, пойдем СФа напрягать, ребят. Так, Frostbite будет. Еще будет Синвиз удар, да? И крипы загодли заруинить. Понимаю. Классика жанра. Крипы всегда помогают. Enemy, соответственно. Так, что у нас внизу? Так, на миде СФ, в принципе, дефолтно. Берем сапог. Наши персонажи, пойдем по ганге. Фармить на данном герое, в принципе, ну... Ой, некор. Некор тоже, кстати, контрпик Каолина, потому что очень много у Каолина хп. Наши хп от ауры очень сильно улетают. Очень сильно улетают. Очень сильно улетают. Так, сапог есть. Ой, найс. Найс камень кинул. Но первый камень, как всегда, комом. Неправильно нажал, я надо было нажимать именно на некролайта.
в его сторону, тогда больше вероятности было бы, что я кинул бы камень туда, куда надо. Так, гоу третий левел, SF пойдем погангаем. Погоняем просто его. О, херстопер уже вкачал. Смотрите, как хп уходит. Я просто стою на линии, посмотрите на мои хп, как они уходят. Просто очень сильно дамажит. Чем дольше ты стоишь, тем меньше у тебя хп остается. Че, сайленс берем? Гоу, возьмем сайленс на всякий случай. Сэф отхиливается. Сэф отхиливается. Сейчас там бара прибежит. Сэф атаку решил пойти. Ты тут умрешь. Я помогу. Хоть и снайпер рак, но поможем, так сказать. Чем сможем. Сэх так пишет, как будто какой-то профессионал. Ценку попробуем убить. Гоу, пробуем ценку убить. Подблочим. Дэмэджа нету больше. Никто не поможет. Так, неплохо. Раскайтили. Надеюсь, дадут тут доделать фазы. Уже фазы есть, гоу. Уходим. СФ и ганги там. Хорошо. Кур. Не добили ткату. Ух, там лоу хп 100% осталось. Так, ну что, СФ там лоу хп на миде, жаль, нету у меня маны, можно, если будет реген, будет отлично. Нет, это не реген, но тем не менее. Станчик берем. Нанизу кто у нас? Некр стоит. Блин, некру не хочется фарм давать. Что поделать? Мне, они оставили линию внизу. Хм, печалька. Гоу на базу. А, ребят, есть такой баг вот этот тоже. Юзаем фазы во время второго спелла, и у нас персонаж побежал. Как будто фазы всегда включены. И 426 МС, и 500 МС будет у нас 511, когда мы будем нажимать фазы. Это вам, так сказать, фишка. Фишка на будущее, держите в курсе. Че, попробуем некро убить? Попробуем некро убить. Под тавер его. Отлично. Отличненько. Хорошо. Чё, блин, такие какие-то рассинхроны? Кто на миде стоит? Блин, я роумлю, бегаю. Сефа на миде одного оставили. На топе тоже фармит. Бара где-то бегает. Сэф просто мид ломает. И все. Мы его не убьем. Яман нет. Чуть-чуть до 6 левела. Бежали. Руну бы забрать у этого пацана. О, привет. Хорошо. Сэф идет. Сало ему сразу в лицо. Хорошо.
хорошо. СФ, СФ. Мой друг СФ. БХ. Есть вижен. Но ты же не он. Конечно, не он. Конечно. Креветка погибла. Что-то она, команда, конечно, какая-то совсем унылая. Страшно, вырубай. Уныленькая команда. Виверна фармит. Все фармят. Но некро я просто не вытащу. СФа тоже вряд ли вытащу. Гоу, вот эту тему. Вот так вот сделаем. Подождем ТПшечку. Я хрен с ним, добежим быстрее. Посмотрим, насколько далеко мы добежим. Сколько магнетизм? 16 секунд. Надо будет подраться сейчас. Внизу. 75, все, допустим, ТПшка. Боже, как я накрыл. Как Шамиль. Два фрага застилил. Хитрюга. Ну хрен с ним, пусть отжирается. Может что-то и получится с ним. С этим Сларком. Но неплохо. Побежали на центральную. СФа бы найти, поубивать. А вон он на топе. КЦМ-ку убьем тогда. КЦМ-ку убьем. Боже. Как я попал? Серьезно. Killing spree SF, его овнишь, а он killing spree берет. Держите в курсе. Так, что там у нас на топе? Бары. Блин, что-то оверпотненько походу будет, да? Я ультом не попал. Это прискорбно. Не сбей только, пожалуйста. Хорошо. Дасты надо купить. Хорошо. Хорошо. Сейчас сало откатится, можно будет подраться. Вот так вот. Боже, сколько дэмэджа мне нанесло. Не понимаю, что сейчас произошло. ГГ. СФ пришел сейчас. И добивает, стоит, да. Как крипов просто. Просто как крипов. Даггер. Босса на СФ пришел с даггером. Эх. Ладно.
Найс, сейф камбэчит. Чё за крипы в команде? А чё у меня два сапога? Извините, я заигрался. Кто там на миду ЦМ? Байбек. Бара, ну серьезно. Дай урну накинуть. Да ну... Да ладно, просто. Серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бара бежит. Просто бара. Сларк, боже. Это смешно, это цирк уродов какой-то. Никто ничего не может сделать. Просто. Просто посмотрите на мою команду. Жаль, ТП-шки нет. Найс. Но я без вижена не пойду. Без вижена не пойду. Где, блин, эта стенка конченая? Кто добил? Блин, вот нахрена он третьим добил просто. Просто берет и третьим добивает. Гоу. Пару вардиков купим. З. Очень тяжелая команда. Просто боты. Дайте мне варды. Пожалуйста. Хорошо. Нету больше. Мы прогуляемся. Блин, вот ну как так? И попаду в... Не попал. Печалька. О, ЦМ-ка. Пойдет. Надо откатывать камешки. Нанизу СФ, все команды там. Так, ну и что делать с ними? Вот, ну команда ботов, ребят, как выиграть? Посмотрите на снайпера, посмотрите на Сларка. Как выиграть? У Сефа там уже БКБ, наверное, намечается. Надо варды расставить. Так, вард.
поставлю. Блин, может лотар сделать, чтобы бахать с руки. И на сларка, на снайпера. Так, они сейчас мид будут заходить. Сэф на топе. Это хорошо. Да можно не толкаться? Жесть, ну опять лоу хп и некому добивать, да? Как же меня потолкал чел на баре. Помогите победить, ребят. Просто ничего не делают. Жесть. Я, блин, опять столько продал. Go BM. Короче, дефолтная сборка на Каолина. Вот я сколько, я уже, наверное, игру 12-ю играю, реально. Дефолтная сборка. Знаете что? Собирается БМ, собирается предмет, который называется Дискорд, и все, и катка душится. По-другому, ну, никак. То есть, ничего более не надо собирать. Убейте его. Ой, лол, они его отпустили. СФ убейте. Он такой изи на СФ, на самом деле, на ЧСВ играет. Серьезно. Камнем убил по лицу. Ой-ой-ой-ой, хорошо. Хорошочка. Отличненько. Камешки бы заресторить. БМ. Надо сделать. Сейчас будет БМ уже. Хорошо. Хорошо. Там у нас по низу кто-то идет. А, рекуру. Кому там кура, я не знаю, кому она летела. Есть у меня БМ уже. Я умру, и он умрет. Чекайте. БМ нужен, вот БМ в куре. Сори. БМ в куре летает. БМ в куре. Вот Некролайт поэтому является очень сильным контрпиком моего героя. Прям очень сильным. Ну, можно было сейчас не наглеть сильно, можно было камешками его просто покидать, но я бы все равно, скорее всего, бы умер. Вот Некролайт, просто я, считайте, я все кнопки нажимаю, он просто, ну, там даже от херстопера я очень сильно запиливаюсь. Очень много дэмэджа получаю. Сларк, ты не видишь, что ли? Сларк не видит. Да ты его не убьешь никогда в жизни. На баре на своем. Так, сфидил баратру. Хорошо, киллинг спри. Отлично, молодцы, пацаны. Начинают камбэчить. Все же не зря я, походу, потею. Не зря, походу, потею на панде. СФ он. СФ вообще лакомый кусочек. Ну, у Сларка нету, конечно, ультимативной. Зачем туда лезть? Ого, колбу сразу задебафил. Маднес, лотар. Бойцы, руби дерево. Дерево, вот так вот, молодец. Ребят, вот сейчас будет Блейдмейл, сейчас, наверное, будет полегче. Посмотрим, как у нас в тимфайты будут проходить. Но если Виверна не нажмет ульт, конечно, в толпу всю, то будет хорошо. Сейчас БМ есть, поехали. Продаем вот эту штуку, покупаем вот эту штуку. Гоу. В драку. Сколько у некро хп? 900 хп, БМ, даггер там. Смотрите, он что делает. Так, 4 камня есть. Где камень? Извините. Хорошо.
ребят, хелпа будет? Но я не должен тут умереть. Хорошо. Отлично. Ой, зачем ты меня так дамажишь? Не надо, я реген взял. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Так, где СФ? СФ-а найти. Ауры СФ-а нету. Хорошо. Блин, как мы с такой командой-то выигрываем-то еще? Все же молодцы, собрались, видимо, с мыслями. И гоу хотя бы чуть побьем. Побьем чуть-чуть. СФ удали. Кого отойдем? Б. Кого отойдем? Б. Но у меня один камень всего, к сожалению. К сожалению, один камень у меня всего. Вот сюда. Опа, БХ. Утянуть буду его. Окей, гоу. Сейчас размутим всех пацанов. Блин, у меня камней нету. У меня проблема. Сейчас БМ нажмем. Ой, все хорошо. Отлично. Ой-ой. Хорош. Надо уходить отсюда. Ну вот СФ осталось убежать только. А СФ ласкает все равно. У него дэмэджа нету. Хорошо, но гем я украл. Боже, такая запущенная драка. Столько много ошибок у меня на данном герое, но я пытаюсь все равно как-то что-то нажимать. Гоу его. Он изи. Камнем ему попаду по лицу, он умрет. Бегу туда. О, желтый кто? Бара. Гоу его, ребят. Хелпанете? Думаю, помогут ребята. Хорошо. Хорошо. Блин, ну много камней трачу. Я делаю немного не такую комбинацию сейчас. Вообще должна быть комбинация. Ты... ставишь камень, пинаешь его, возвращаешь и на нем же накатываешься. Это идеальная комбинация, которая позволяет сохранять все камни. Реально. Поэтому... Ну, типа, знаете, как... О, у меня тут есть камень. Мы его оттолкнем сейчас. Ага, хрен там был. Гоу-гоу-гоу. Сорян, ребят. Я хотел делать как надо. Немного недоконтрил. Ничего, отлично. 3800 есть, можно догон сделать. Но гем, кстати. Что сделаем вот так вот. Эхо все равно не достаю. Хорошо. Некро думаете убить? Мне кажется, некро не получится убить. Не, ну мне кажется, нам этого не стоит под тэшку лезть. Надо отсюда под камнем, а не поздно.
бегут за мной. Лол. Пятером, го. Они в пятером начали играть просто. Так, нужно камни откатить, ребят. Что-то надо прикупить. Мощное. Радиенс можно, в принципе, купить. Можно купить аганим, чтобы сейвить еще сильнее. Так сказать, и бонусный камень будет еще. Бонусный камень, так сказать, какой-то из оппонента. Или тиммейта. Но я бы сакрет бахнул бы. Гоу сакрет. Магнетизм. 24 секунды, как раз у меня еще камешек поднимется. Будет хорошо. Так, что там? Даггер, Яшка. БМчик успевать бы нажимать. Опа. Да, камень улетел. Хорошо. Пока живем. Сефа догоню. Эх. И магнетизм только сейчас откатешился. Ну как так вообще-то, а? Да и Сефа немного не доконтрил. Тут вижена не хватило. Я, блин, так пытался урно ему закинуть, не получилось. Жесть, конечно. Ну, Некролайт очень сильно контрит. Жесть. Я еще так ничего не нажал. Магнетизм КД было, кнопок не было ни хрена. Ну не смог просто нажать. Не смог нажать, ребят. Не смог, к сожалению. Ну тут мое в любом случае упущение. У меня, я не умею так сильно контрить на этом герое, как нужно. ДФ-те давайте, что вы сторону отдаете. СФ вообще там помойка на самом деле. Вообще ничего не может сделать. Он сейчас очень сильно опущен. Но сейчас в драке вот эти проходят, на которых он очень сильно одевается. Вот и все, как бы. Нужно варды. Вард вот сюда, там вард, блин. 4 пака вардов, ребят, есть. Но, к сожалению, никто не хочет покупать. А я тем более, мне до Радиенса чуть-чуть тут и БКБ надо сделать, и все. И можно овнить. Если честно, мне кажется, это очень большая ошибка с моей стороны делать Радиенс на этого героя именно сейчас. Потому что БКБ, мне кажется, было бы в приоритете. Мне кажется, это реально ошибка, которая сейчас... скорее всего приведет к лузу игры. Но косарь есть. Там еще и под треками все это дело. Опасно здесь стоять без варда. Мне кажется, мы можем драки проигрывать только сейчас. Мы очень слабенькие теперь. Гема нет. Вижена нет. Если меня поймают, меня просто уничтожат. Понимаю. Вот без вижена просто идем. Все, смерть. Безвижена, идем, умираем. Сларк, иди убивай. Белотар сейчас будет. Ой, Виверна. Виверна, пожалуйста. Ставь варды. Играй нормально, брат. Мы можем. Вин. Тут. Просто мы сейчас из-за Вижена. Не пиши Сларку и снайперу, играй, пожалуйста. Просто делай свою роль. Мути. Где там этот Мути 7? Все, пожалуйста, молчи. Умоляю тебя, играйте. Эту катку можно изи выиграть. СФ взял Этериал, это ХЗ. Но мне нужно дофармить до Радиенса копейки и сделать БКБ.
за пару файтов. И все. Это единственное, что мне в этой катке нужно сделать, чтобы выиграть. Просто сейчас очень тяжело будет. Вот Некролайта ничего не было, ребят. Он просто сейчас это приобрел, потому что, ну, уже файтов сколько проиграли. Ужас. ВСФ, а что там? Этериал, БКБ, Дагер. Ну, пока что у него ничего нету особо. Этериал просто, ну, и чё, Этериал, и чё? И чё, что Этериал? Этериал-то не предмет. Ну, предмет, но... Он Этериала мало чего добьется. Тут нужно глобальное это. У нас Ларка бежит. Бара. Да? Да, гоу. Эх, не попал. Чалька, ладно, гоу наверх дофармливать. Не, только не застрянь в текстурах, как обычно. Боже, как вы запарились своими некролайтами. Да ну серьезно, отстань. Гему некро. Деритесь уже, чё вы. Драка там проиграна 100%. Да, тут игра проиграна, а не драка. Некролайт убивает на изи. Одну кнопку некро нажал мне, деспульс, и ультанул просто. И все. Больше ничего не нажимал. Дичайший контрпик моего героя. Просто наидичайший. Просто наидичайший. Одну кнопку нажал, и все, и ГГ. Ничего не сделал. Уйди оттуда, ты сейчас умрешь, из бара чарж даст, и все. А, ему плевать. У него Лотар, он думает, он уйдет. Там гем. Божечки. Ну, я нет смысла даже. Ни байбека, ничего нет, в принципе. Гем, два гема там, лол. Пацаны вообще расщедрились. Как же ошибочно было покупать Сакрет. Я себя просто сейчас ненавижу за этот Сакрет. Ладно, я взял бы Сакрет и дофармил бы Радиенс, но я не могу его дофармить, потому что мы не можем нормально подраться из-за моей команды. Очень все отвратительно нажимаю. О, все там. Лотар равно неуязвимость. Ужас просто. Как же все плохо. Некролайт просто нажимает одну кнопку, всех убивает. Какой же сильный герой против Каолина. Тяжелая игра. В принципе, как и обычно, все игры у меня такие. Когда всю команду тянешь, но они кроме как срача ничего больше в игре не хотят делать. Они хотят оскорблять друг друга, посылать друг друга, матерей трогать, отцов. А играть они не будут. Играть они не будут. Жаль, что у меня нету БКБ к этой минуте. Но есть зато Радиенс конченый, который не нужен здесь. Моя ошибка, серьезно, я мог эту игру сам делать. Кто там? Мути, 6, дебилы, конченые, играйте. Они просто сидят, друг друга обсирают. Играйте, пожалуйста, зачем вы пишете? Что ты покупаешь? Ты что, дебил? Посмотрите, он купил Октарин, и у него еще солбустер. Как выиграть эту доту? Ужас. Дефица.
Сэф не пошел почему-то с ними. Так, ну что, Блэкинг Бар надо, ребят. Потеряли две стороны, начинаем играть. Классика жанра. Я Дискорд нажал или нет в драке, я сейчас прогулялся. Забыл. По-моему, нажал Дискорд. Там кого там убивает? СФ. СФ умрет, по идее, сейчас. В размен на саппорта. Я топ отпушил. Можно попробовать по миду пойти. Бара тут. Вон он. Попаду? Эх, не попал. Хорошо, пойдет. Хакон там. Кто-то. Я в таверну, но ем. Боже, как он нагло идет. Просто нажимает одну кнопку и все, мне не хватает БКБ дико. Так, ну минус мид. Минус мид, кто-то реснулся. СФ реснулся, ну и Б. Ребят, Б, уйдите, СФ вас поубивает сейчас. Рапира на снайпере. А, боже, ну ни одного, у меня курьер, вот этот соло-курьер, который, боже, отдали рапиры. Что за дебилы, боже, рапиру, КМБХ там отдали рапиру, СФ гем забрал, ну, просто черти. Курьер, вот он, есть хотя бы один гем, хотя бы один забрать получится, наверное. У меня 25-50 секунд от того, как я риснусь. Скади, СФ, просто с драк появилась, Скади. Он очень сильно бычит, типа его убить можно. Боже, смотрите, что делает. Сэф сгорел, что ли? Видели, он выложил специальный гем. Байбек. Ну, походу, Сэф сгорел. С команды. Ну, у меня команда, конечно, тотальная. Но мне нужно БКБ. Мне не хватает до БКБ чуть-чуть совсем. Всем чуть-чуть не хватает до БКБ, ребят. Очень большая ошибка была покупать Сакрет. Очень большая, ребят, ошибка. Не повторяйте такую ошибку, серьезно. СФ убейте. Очень большая ошибка, ребят. А, СФ сгорел. СФ сгорел. Я вкачусь в него. Нет, не вкатился. Вкачусь. Хорошо. Почти есть БКБ. По боттому. И на боте фарм, на топе деф. Чуть-чуть до БКБ. Рапира БХ там. Нам бы вообще на самом деле один гем на базе оставить. И мне правильно прожать кнопки. Опа.
вампира. БКБ. Кем собрали? Есть БКБ урну, надо продавать. Мита дефить и бежать. Боже, что за катка? Я в шоке. Есть БКБ, да? Отлично, я смогу корректно драться теперь. Вот, дефимся. По миду пойду. Хватает Тараски вместо Диса. Бегу. На топе бара. Убивает снайпера. Го-го-го-го, на мид бегу. Ой, на низ. Не знаю, зачем я БКБ нажал. Ладно, пофиг. Боже, они отдают эту игру. Серьезно, некр идет. Некр надо сайленсом перекрыть. Ладно, еще один камень поставим. Такой бред. Я очень сильно в кнопках начинаю путаться, когда нужно что-то очень быстро нажимать. Что там делает на виду? Догонит. Хорош. Хорош, иди сюда. Иди сюда, ты куда побежал? А, лол, вообще, ну найс, забрали. Забрали, гоу, по низу, по топу вернее. Все стороны отпушены, есть шансы закончить эту катку. Хорошо. Гоу, хоть и нету камней, но без камней, думаю, справимся. Там еще респаунится. Еще респаунится. Но SF, мне кажется, если бы не сгорел, они бы, может быть, и выиграли бы. Но SF сгорел. Ну, я тоже заслуживаю тут победу, на самом деле. Возвращаем на место, окей. Дэш, дэш, дэ. Хорошо. Отлично. ГГ, ребят, перетерпели катку. Очень суровая катка с большим количеством непонятных айтемов. Ну, я надеюсь, эта катка вам понравится. Потому что катка очень потная, очень сильно подтаскивал команду. И все же молодцы, выиграли такие. Выиграли такие. Очень потная, ребят, игра. Очень-очень-очень потная игра. Очень потная. Берем дис. Ой, дис. Хорошо. Найс. Ну вот такая, ребят, игра. Надеюсь, вам она понравится. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайк, если реально понравилась такая игра. И гоу, вторую игру. Это была первая, она как-то овер-жесткая игра. Мид. На этот раз мы пойдем на нашем герое, на мид. Как можно скорее постараемся проапать левел. И посмотрим, что у нас получится вообще в катке. Чего этот герой сможет добиться. Так, алпик. Поехали. На мид у нас будет немного другой этим билд. Ну, смотрите, у нас цепка. Кухилочку. И... передаю привет себе. Молодец. Немного другой айтем билд, но вообще урну сделаем в любом случае. И будем выходить дегоны делать. Будем выходить делать дегоны. Тут больше опора будет немного на жир.
На жир, да, еще и БМ сделаю в любом случае. Посмотрим вообще по item build, по item билду. Но изи будет, изи, изи, изи. Не как прошлая катка, это вообще трэш какой-то, такой пот. Такие игроки нехорошие были, очень мало кнопок нажимали. Ребят, не забывайте ставить лайк, подписаться на канал. Просто подписывайтесь на канал, Ксенайс, если вам интересно, и можете... А че, давайте, кстати, вот, давайте сейчас ДНД не будем выключать. ДНД не будем выключать, посмотрим, сколько человек напишет. Один человек уже написал, я только зашел. Только зашел. Я твой подписчик, пишет ЦМ-ка. Рад, ребята, рад видеть вас. Гоу, сейчас будем за руну драться. Не знаю, стоит ли качать стан, но стана тут как такового и нету. Хорош. Хорош. Так, хорошо, Сларка взяли. Я мид. Я мид. Сларк. Если что. Хорошо, Сларк понял. Так, ну что? Думаем, думаем, думаем. По дабл-клику камень должен ставиться под себя. Но он не ставится под себя по дабл-клику. Фастфайт готов. Сларк с третьим. Надо было все же замедление делать. Я думал, тут просто они сейчас все толпой пойдут. Попытаются забирать. Но нет, нормально, нормально. Ничего страшного. Но можно было через второй закатиться в него еще раз. Продамажить. Неплохо. Хуск на миду. Это плохо. Будет тяжело с ним. Но это первое время. Промахнулся сразу. Первое горение промахнулся. Не знаю, я на хускаре обычно первым горением не задалбливаю. Первым горением. А, кстати, хускар очень такой примитивный 100% будет. Он будет пытаться меня задрочить, и он может очень сильно ошибиться. Очень сильно ошибиться. Я его забайтить тут могу. Изи. На загон под табор. Пусть немного ближе подойдет. Ох, ты хускары. Хорошо, третий левел у него. Это хорошо. У него хорошо все. Есть. Уф, стрелы третьего левела, это, конечно, страшно. О, поднимем хп, подбайтим, может, подойдет. Не хочешь подойти? Смотрите. Вот так вот иди сюда. Серьезно? Я не доконтрил. Ай-яй-яй. Боже, не домикрил. Иди сюда. Сладенький. 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 Кусик. Хорошо. Ого, да что ж такое меня тут. Смотрите, что делается. Да вы что? Да вы что? Это что такое? Опять роумеры. Ах, ладно. Я не удивлен, в принципе. ШД неприятный герой. Жесть, что творят, да, ребят? Что творят, пацаны? Роумят. А чё вы его боитесь, ШД этого? Убейте его. Он один стоит, и чё, он ничего не сделает вообще. Вот ЦМ-очки поможем тут. Yeah.
Это максимум, что я мог сделать. Еще заход и убьем, в принципе. Можно его убить на самом деле. 380 хп. Пятый левел. Сейчас руны будут. Сладко. О, нет. Ай-яй-яй-яй. Конка тоже ботал. Сейчас, чуть-чуть. Блин, вот крипов пусть запушит. Он запушит крипов сейчас. И надо сходить подраться. Кункаша, да, это очень сильная связка, ребят. Это астрал под Торрента, и что-то очень-очень-очень мощно. Очень мощно. Ребят, через фазы пойдем, как обычно, наверное. Как вы видите, против Хускара нормальный герой стоит, в принципе, относительно нормально. Относительно нормально. Я просто боюсь сейчас кунка... А, нет, кунка на топе, все. Ой. Успею откатить? Откатил, хорошо. Ой, меня заблочило. Подожди, Бара, не надо, пожалуйста. Да как же ж я не доиграл, боже. Вот камни надо в упор прям кидать. Я все никак не могу привыкнуть. Жесть просто. Отлично, Хускара переиграл. Бара прибежал. Ну, как обычно, вот Баратрум всегда мешает. Вот всегда мешает. Вот абсолютно всегда. Я столько камней сейчас садил. Ой-ой-ой-ой. Ладно, моя ошибка очень сильная сейчас. Я... Блин, столько вариативности у этого героя. Если ты не будешь ошибаться... Ты так жестко на нем плеить будешь, бро. Серьезно. Я тебе говорю. Вот я постоянно ошибаюсь. Я кидаю камень, а что с ним... То есть я ставлю камень, что с ним делать, я не могу. Не могу его, блин, взять и задушить этим камнем. Блин, это так, если честно, жестко. Мне кажется, сейчас на топ они пойдут. Если Бара на топ побежит, я сейчас на топ тут вылечу. ТП-шечкой. Магнетизм уже есть. Ай-яй-яй-яй. Так, если были бы дасты, я бы на инвокера полетел бы. Вот я хочу куда-нибудь мув сделать. На миде никого. На боте инвокер. Но инвокер в инвиз идет. Вот ты что стою, АФК? Ну покажитесь уже, нападите. Пожалуйста, на топ просто так ТП не хочу делать. Пожалуйста. Боже, как же долго, как же долго. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же долго это все. Он, все, вы только вышел, сразу побежали. Только вышел, сразу побежали. Ой, Хускары эти. 4, да понимаешь ты их там, 4. Что сделать? ТП-шки уже нет. Фармировать будем. Так, выкачиваем Сайленс, наверное, да? Там сало нужно будет. Стан вообще желательно. А то он вообще ни о чем идет. Стан этот. Инвокера надо гангнуть. Гоу пробежимся. Гоу фазы багнем, как обычно. Профессионалы. Смотри, что делает. Бежит за дрот. Блин, ну Хускар, типа, это такое. На Хускара нападаешь и катку сливаешь из-за того, что он тебя все же допилит в любом случае. Есть айтем. Ну, инвокер 7 левел. Я боюсь, если честно, на инвокера нападать. Он, типа, кнопки в любом случае нажмет свой. Ладно. Сейчас бы вижен. Пригодился мне. Вижен бы пригодился. Кого фармить дальше? Пацаны там подфиживают. А я один-единственный, кто вообще какой-то импакт вносит, да, в катке? Понимаю. Два фрага, это моих.
Два фрага и то моих. Классно. Два фрага и то моих. Ладненько, попробуем. Опять что ли потное будет? Самое плохое, что Хускар фармит. О, фраг сделали. Хорошо. Берем урну и поехали в ганге. Все фармят. Надо леса пройтись. Блин, просто проблема, если я опять пойду соло, да бара сразу бежит и убивает меня. Ну, это типа не серьезно и не интересно играть, когда вот такая вот катка, потому что баратрум, он сразу всегда побежит. Ну, это, блин, такой бред. Это такой бред. Вот, и мне просто, я вынужден стоять АФК. Стоять АФК я вынужден. Я просто вынужден из-за этого стоять АФК и фармить, как все. И не принимать участие в игре, потому что если я буду принимать участие в игре, это будет для меня плохо. Плохо чем? Плохо тем, что никто как бы, ну... Как бы я не помогу сам себе. Боже. Хорошо. На развороте забрал. Три камня еще осталось. Опа, есть закат. Под тэшку не хочу закатываться. Окей, гоу. Хорошо. Го-го-го. Он корабль кинул, что ли? А он на кресте, походу, лол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо, больно. Он с сайленсом, он горение не сможет накидывать. Отлично, классно подрались, ребят. На самом деле, очень, очень хорошо подрались. Блин, у меня до сих пор горение висит. Очень хорошо подрались. Очень хорошо подрались. Это эмчики одену хотя бы. Так, на топ надо идти. Гангает у нас там Ризрака. Гоу. Да, пара бежит. Бегу. Магнетизм можно будет зарядить. Магнетизм можно будет зарядить. Ладно, тебя кину. Я постоянно путаюсь. Камень ставлю не перед собой, потому что дабл-клик на камне не работает. Печалька. Возвращай. Хорош. Дабл-клик на камне не работает почему-то. Мне руна нужна. По мане просел. Блин, есть очень много микроошибок таких, которых по механике. Которые по механике, но, блин. А что поделать? Но интересно все равно. Магнетизм КД. Кого пофармим? Внизу. БМ надо бы сделать. Сделать. Гудагон вообще сделаем.
На миде все стоят. От бары, конечно, догон не поможет, но я смогу тогда охотиться на него. Изи. Последствия завардили. ЦМ-ка молодец. Делает свое дело. Сейчас на атака Р. Я иногда не успеваю камень просто ловить в обратку. Ладно. Тут текстурами надо уметь пользоваться. Опа. И... Ладно, урной добил. Немного я не попадаю скиллами, видите, просто. Я не могу вернуть его обратно. А, вернул. Этот наш. Этот наш. Эх, вперед бежать от корабля. Хорошо. Хорошо. Не вижу никого больше. Куск. Отвали. Надо руну ждать. Надо руну ждать. Я бы. Да, но вот такие файты мне нравятся. Они прям такие красочные. И догона не хватает. Надо как можно больше такого дэмэджа. Я промахиваюсь камнями, догон это будет компенсировать, ребят. Поэтому, если вы учитесь на этом герое... Я на этом герое внут игр. Это, наверное, игра 15-я. Я больше за 14 лет доту я реально не играл. Но и тем не менее, что-то получается на нем делать. Очень-очень интересный персонаж на самом деле. И прикольные кнопки у него. Догон против Ускара нет. Ни в коем случае. Не попадаю. Не попадаю. Держи ману. Соберу плюс урону. Так, камень у меня на центре стоит. Это хорошо. У меня камней просто нету вообще. Можно этот камень туда-то сюда назад катать. Сюда нас откатать. Он этот герой из руки неплохо дает шапалахи. На самом деле. Да не сушли. Подойдет поближе на вот этот камень. Я нападу. Он мне в кнопки мне нажимает. Но сейчас попал. Бара бежит. Попал. Правда, хп мало осталось. Хорошо. О, привет. Вижен так нужен. Я бы сейчас вот сюда ушел, если бы знал, что тут ШД стоит. Вот поэтому нужен вижен. Вижен нужен. Так, ладно. Хрен с ним. Что-то на выживаемость надо взять. Сюда бы. Вообще гоуст сделаем. Или не гоуст. Надо какой-то эскейп надо добавить на него. На данного героя.
какой-то жесткий escape. И будет все хорошо. Сейчас бы все сделали жестко. Вообще, лотар тут можно будет сделать, потому что там нужен будет сильвер. В любом случае, они выйдут в лейт, и нужно будет как-то убивать Хуска. Поэтому Silver Edge нам, я думаю, пригодится. Так, мне главное успеть на него сало дать. Если я в него закидываю камень, я его убиваю. Хорошо. Четвером фармят на топе. Понимаю. Ну как вот, ну вот серьезно. Как понять эту логику? А чё, вот, ладно Бара, хорошо. Хускар тут. И Кунка тут. Что они тут делают? Ладно. Я донный просто. Не умею играть. Не понимаю, когда гангать надо. Убивайте ху... Эй, Сларк, алло. Алло, ты чё фармишь? Сларк. Сларк, помоги ему. Фармит, крипов стоит. Да убивай его. Даркпакт не жмет. Лол. А, он у него не прокачан. А, он так нажимает. Еще сейчас ульта. Он сейчас пробежит полдня. Его начнут убивать. Он нажмет ульт и не убьет. Ой, лол. Конечно, это жестко. Геннадий на Сларке, я бы сказал, а не гений. Да пофиг вообще. Гению. Геннадию. Гоу. Че, убить не можем? Да нафиг ты меня кидаешь. Хорошо, боже, как же я запилил. Ну, дайте ультру. За ультрой в атаку. Не дают ультру. Убежал чел. Но он меня постоянно кунка крестом возвращает. Как будто знает, кого надо контрить. Именно меня контрит. Лол. Ну, это уже катка по изичайшие. Хорошо. Отлично. Эта катка получше. Мне больше нравится уже. Такая она более активная, более агрессивная. Аганим сейчас сделаем, ребят. Сэмка реген хороший дает. Хорошо. Овнэч. Хускар без армлета дерется. Он под конец хочет включить его. Ждем руну и гоу. Магнетизм есть, два камня только. Ребят, тут главная, короче, тема успеть вернуть. Гоу, тебе урну даю. Рен главное закайтить. Да боже. Я не успеваю возвращать его. Камень обратно. Просто не успеваю вернуть его обратно, этот камень. То есть он улетает. Там нужно как-то именно четко промигрить. То есть я не задрот на этом герое. Но может быть в дальнейшем получше буду играть, конечно. Но тем не менее, все равно что-то получается. Тут нужно просто немного вот это вот, когда вниз получается, когда вернуть еще получается, это вообще тогда пушка. Тогда отличная комбинация выходит. Кого по низу. Камни надо восстановить, два камня всего. По 30 секунд кдшится, это немного. По 30 секунд это немного. Сейчас аганимчик сделаем. Oh.
Просто ты кидаешь, возвращаешь и закатываешься на этом же камне. Очень, очень простая и очень сильная комбинация, которая позволяет тебе сделать максимальный прокат за один камень. За один камень. Это очень зверско, это очень круто, это очень мощно. Это топово, это бомбово, это лампово. А вот, конечно же, такой камень не вернуть. Слушайте, ну, хз туда. Пытаться прыгать. Я туда не пойду. Движен стоит. Я сделаю вид, что я уйду, а сам пойду заберу. Вот этого пацана я заберу. Или не заберу. Что, меня видишь тут? Ты засранец. Что тут делает Сентри? Ну, это он сейчас, наверное, поставил. Потому что, типа, ну, туда Сентри ставить. Это очень смешно. Молодец, конечно. Классно. Ну, я, типа, блин. Ладно, и просто вот отсюда, вот сюда закатываться было суицидальным. Потому что тут, во-первых, ну лучше бы я так сделал. Я видел тебя. Ну конечно, ты же Сентри там поставил, там ХГ. Я видел, что там вард, но я не думал, что там Сентри будет. Я же специально пошел, мансанул, что я типа ушел туда. Типа чуть-чуть пробежался вперед, развернулся и поехал. Конечно, засранцы, я не знаю, тут по-другому не назвать. Это, конечно, бред, конечно, конечно, бред. Так, ну 5 раз сфидели уже, я не знаю, импакта 0, не дерусь. Нужно драться. Камни восстановились зато. Хорошая руна. Драку бы. И магнетизм надо. Магнетизм надо откатить. Инвокер всегда фарм метеоры кидает. Видят. Да, окей. Окей. Сентри везде стоят теперь против меня. А, ну там еще и Сларк просто. Ладно, надо позиционку, ребят, держать. Так не пойдет. Так не пойдет. Так не устраивает меня. Я все файты буду умирать. Минус голда, минус голда, минус голда. Я так пойду к низу. Первым нельзя начинать. Вкатываться не буду. Лотар сейчас не поможет Сентри. Ставят пацаны. Изикатка. Прыжок. Да, плохо, ребят, плохо. Ну вот как, вот я просто 1 в 3 размен на меня, просто потому что меня начинают фокусить. Хускар в меня кнопку нажал и все, я умер. Вот это плохо. Умер. Пацаны тут выиграют. Не знаю, я начало нормально отыграл. Сейчас начинается фигня. Да, ботл. Блин, вот как же мне ботл руинит. Я не могу тпхнуться и выложить его. Не могу юзать, не хочу на базе. А, там все равно сейчас зафармится. Ладно. Хорошо, есть ульт хотя бы. Докачал. Ульт докачал. Соло, опять-таки, я никого не смогу убить. Бара прибежит. Бара прибежит. Хуск БМ. Рунатоп пробежимся.
Конечно, такой бред, если честно. Надо, чтобы Сларк начинал. Пусть у него влетает, ребят. Просто я уязвим. Я уязвим. У меня сейчас айтемы очень уязвимые. Я ничего на эскейп не собрал. Я собрал только на атаку. Ну, я на эскейп собрал, в принципе, лотар. Но видите, как очень жестко начинает перекрывать. Там просто внизу непонятно как-то все поставили. Очень неожиданно. Я думал, я там под контролем все держу, оказывается. А вот там бара, бара, и все, бара залетает, это все, это начинается. Толчок, толчок, стан, толчок, много дэмэджа, и все. И смерть. О, блин, подеремся. Только подраться надо качественно, четко, аккуратно. Чтобы, блин, бара реально, если бы не было бары, я бы вообще что хотел тут делал бы. То есть вот, пожалуйста, смотрите на практике, как тяжело каким героем играть. Против какого, вернее, героя тяжело играть на данном персонаже. Он бежит уже просто. На меня нажал причем. Я на низ. Да, гоним, 700 копеек. 700 копеек гоним. Просто рилит. Вот я мог бы на любого напасть, если бы не Баратрум. Я не могу соло напасть на кого-либо. Вара сразу прибежит. Тяжело будет. Не дадут мне тут дофармить, да? Плохо. Пробежаться бы по лесу. 400 голды, 400 надо. Аму надо, чего надо, опа, прокасты. А я покатился, пацаны. Бара сейчас на меня 100% побежит. Хуск. Ты на кого, на меня? На Сларка, странно. Где камешек? Ладно, сейчас все сделаем, дайте позиционку поймать. Гоу заразим. Хорошо. Что ты там ставишь? Хорошо. Вот почему они меня фокусят. Довели Хуска. Хорошо. Вот почему они меня пытаются фокусить. Я-то убиваю. Блин, ну... Курьер висит. Скади хочет сделать парень. Пол пацана. На полчаса продлил, я понял, найс. Ну я так и не... Бара тоже лоханулся, ливнул. Я так и гоним и не купил. Ютуб Хинозес, подписывайтесь. Печалька. Два чела ливануло. Руну. Если гоним с такими айтемами, тоже неплохо, в принципе, душить. Но эту игру мы будем доиграть в любом случае. И эту игру я буду уже заливать, потому что уже очень много игр отыграл. Одна сочная и одна изи. Изи катка. Нормально. Еще с камбэтском сейчас будет. Камбэтском. Инвокеры там всякие сейчас будут прокасты давать. Камбутски. Будем своих сейвить сейчас. Жалко, себя нельзя в камень закидывать.
Отлично. Просто easy, my friend, easy. Камень подох. Смотри, гайды Азеса. Куда бежишь на баре на своем? Возвращаем. Хорошо. Вот, пацана надо сейвить. Закидываем в камень его. Отлично, просто засейвлено. Жаль, третьего нет, чтобы вытащить. Ты что делаешь? Я тебя засейвил. Блин, рано вытянул его. Много дэмэджа. Мне больше хин панда нравится. Там изи тащить. Согласен. На этом, на этой панде своеобразно. Знаешь, всех задушили. Двое осталось. На этой панде своеобразная игра. Серьезно. Он успел вернуть. Ой. Не туда. Ребят, хелпанете? Спасибо. Сколько он меня уже настакал? Нет, все, прошел. Да я побоялся, что я сейчас сдохну от этого стака. Жесть. Ну, роколовские катки какие-то тут получаются сейчас. Ну, с камнем, конечно, с аганимом, а в камень закидывать так топчик. Это топчик. Можно с этим камнем что хочешь делать. Пойдем на руну сбегаем. На руну сбегаем. Секс с курой. Хорошо. Уже еще там поливают, да? Иду помогать. Ультой не попал. Держи в курсе. Ультой вообще это 300 ОЕшка, это такая мизер. Боже. Такой мизер это 300 ОЕ. Сорян. Сэмка свою работу делает как надо. Бля, они сопротивляются этими ливерами. Типа лол. Запарили. Возвращаем обратно. Хорошо. Ем. Ладно, гоу боту казним. Из монет, но вы держитесь. Держи. Что ты делаешь на кунт? Такой бред. Такой бред. Сдавайтесь. Тини там пошел драться. Кого подеремся тоже. Сейчас вкатимся туда. Отцепись. Боже, сколько ШД дэмэджа вносит на самом деле. С демоник пюрги. Пурги. Пурги со второго соло качера. Да дай его выделить. А, жесть.
Не дает выделить его, чтобы его откинуть под нас. Да, весело, весело. Так, корабль Тарентьевич. Нету пока ультимативной. Сейвит его. Возвращаемся. Боже. Уже все закончилось. Действие. Это жестко, когда пытаешься все понажимать быстро. Это жестко. Я вообще жесть как попросил по этим. По мане. Сейчас я ему дам. Ух ты. Вы видели задрот какой растет? Ладно, бро. Давай камень. Засейвили. Их там по даггеру. Просто. Держись, братан, выхукаю тебя. Командная игра. Так, ну что? Гоу на базу. Трон еще не упал. Да, прикольная катка. Прикольная катка. Ребят, ну вот такая вот у нас игра получилась на Каолине вторая. Первая была очень потная. Подписывайтесь. Там уже некому подписываться, ребят. Всем спасибо за просмотр. Такие вот у нас игры на Каолине были. Да, не идеальные. В идеале так кидаешь там, возвращаешь, на нем же накатываешься и на нем же влетаешь. Вот такую комбинацию делать. Очень довольно-таки непривычно эту комбинацию делать. Но все равно, если вы придрочитесь, если вы не будете миссовать этой комбинации, то у вас все будет очень-очень легко на нем получаться. Ребят, вот такой вот гайд. Спасибо всем. Спасибо, кто посмотрел. Спасибо, кто поставил лайк и подписался. От души вам, ребят. До скорого.